Быть или не быть еще одному пешеходному переходу на улице Некрасова рядом с домом номер 27. Сейчас ответ на этот вопрос ищут общественники. Кировский бизнесмен, который попросил не называть свое имя, обратился в общественную палату региона с просьбой помочь получить разрешение от администрации города. Как идет процесс и нужен ли там переход, самим жителям района выясняла Анна Стефаненкова. Пробежал первый, за ним второй, третий и так далее. Проезжую дорогу по улице Некрасова в районе дома 27 кировчане пересекают десятки раз в день. Так горожане сокращают путь до магазина. Несмотря на то, что это небезопасно, они предпочитают не идти до соседних перекрестков, а смело бежать напрямую. Самый ближайший пешеходный переход, если мы с вами посмотрим в направлении улицы Сурикова, это улица Сурикова. Проблемой озадачился один из кировских предпринимателей, который изъявил желание в этом месте самостоятельно оборудовать пешеходный переход. С инициативой он обратился в общественную палату, которая, в свою очередь, направила запрос администрации, на что был получен отказ. Обустройства дополнительного пешеходного перехода на улице Некрасова в районе дома номер 27 нецелесообразно. А безопасный переход проезжей части Некрасова возможен по регулируемым пешеходным переходам. Однако в общественной палате не понимают, почему представители власти отказываются поддерживать бизнес, так как все расходы по установке пешеходного перехода предприниматель готов взять на себя, а это как минимум 1 000 000 рублей. Он готов спонсировать, но, конечно, это все в зависимости в пределах. Да, все же будет зависеть от проекта, который дадут, ну, от технического задания, во-первых, которое должна выставить администрация города, да, во-вторых, от проекта все это зависит, да, и от тех назначений, которые потребуют от него. Но пока администрация выступает против, люди продолжают ходить прямо по проезжей части. Расстояние, посмотрите, до перекрестка как далеко. Что до того, что до того. Поэтому и нужен тут переход. Я рядом живу, вот в этом доме, мне зачем? Туда надо обходить такой круг большой. Это же неудобно. Надо для людей удобство делать, а не, я не знаю, не для администрации. Постойте, посмотрите, постоянно народ пойдет. Тут самый вот оптимальный вариант. Считайте выход из магазина. Если честно, сам здесь перехожу. Так что, ну, очень непрактично, считайте. Там он пешеход, где и тут тоже. В областном ГИБДД не видят необходимости оборудования наземного перехода в районе Некрасова 27, так как место не является аварийно опасным участком дороги. Однако, если местная власть пойдет навстречу предпринимателю, все нужные мероприятия госинспекция готова выполнить. Обустройство пешеходного перехода наземного в районе дома номер 27 по улице Некрасова возможно, но необходимо проанализировать интенсивность транспортных и пешеходных потоков. Необходимо провести работы по увеличению уровня искусственного освещения, предусмотреть обустройство данного пешеходного перехода искусственными неровностями. На данный момент предприниматель надеется на получение одобрения со стороны администрации. В случае ее отказа инициативу бизнесмену придется отложить. Анна Сифоненкова, Александр Марченко, Бюро новостей Давича.